Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня Святая Церковь предлагает нам из Священного Писания, из Святого Евангелия, наверное, один из самых знаменательных отрывков – рассказ о жене самарянке, которую Господь наш Иисус Христос встретил у колодца возле города Сихем. Когда она пришла к колодцу, то он попросил у нее пить, и она удивилась, потому что в то время иудеи с самарянами не общались, они гнушались, а тут явно иудей и просит у нее воды. А он ответил, что если бы ты знала, кто у тебя просит, то ты бы сама у него просила воды. Как? Откуда? Ведь колодец глубокий, а у тебя нет, нечем воды почерпнуть. Как ты ему не можешь дать воды? И он начал ей говорить о том, что ту воду, которую он дает, не является простой водой, но пьющий ее не будет иметь жажды никогда. Он вновь и вновь начал говорить о своем учении, которое мы имеем в Новом Завете Священного Писания. И она когда-то слышала, что-то знала о будущем Мессии, как и весь ее народ, и побежала в селение, и позвала своих старейшин, своих учителей, чтобы и они удостоверились, тот ли это Христос, о котором говорит Писание, которого они ждут. И он пробыл по их приглашению в селении несколько дней, и когда он уходил, то люди сказали ей: «Мы верим не потому, что ты нам сказала, а потому, что мы сами видели и сами слышали то, о чем он говорит и чему он учит». И еще, братья и сестры, в этом отрывке Священного Писания Господь говорит самарянке, что «пять мужей ты имела, и тот, который у тебя сейчас, тебе не является мужем». Человек должен быть целомудренным. Человек должен быть целеустремленным. И нельзя себя распылять на множество сторон, потому что нигде не сможешь остановиться. А мы должны быть цельными, мы должны быть Божьими. С Богом, дорогие братья и сестры, ангела-хранителя, воистину воскресе Христос!